Да, Дуда, плей. У меня так не движка. Смотри, время у нас... у нас свободного времени нет. Так, ладно, недвижимость. Средняя. Триплекс. 6 миллионов 100. 6 миллионов 100. Так. А сколько у меня кредит в банке может дать? 5,5, а депозитов у меня сколько? 600 тысяч. Так, ладно, мы просто погасим какой-нибудь кредит. 300 тысяч. Да, этот небольшой дом будет. Будем гасить с малым. Маленькими частями гасить какие-нибудь. Так, а что такое, подожди. В соответствии с текущим рынком недвижимости одного аренда на дюплекс изменен в части ежемесячной оплаты минус 1200. Сдавал за 54, будут за 52 800 делать. Ну ладно, хотя бы так. И старый киоск упал. Так, смотри, образование семинара. О, дизайн мышления. Плюс 15 для бизнеса. Ну, стоит 250 тысяч. Доход от бизнеса плюс 15. Нет, пока откажусь. Потому что мне нужно гасить кредит в банке. Так, вот этот небольшой дом я буду гасить, стараться. Чем быстрее я его погашу, тем больше мне денег будет приносить. Так, недвижка. Средняя. Что у нас тут? Недвижка по ключ. 1 200 000. У нас даже времени нету. Так, а на что у меня жирается время? Время на что? Коммерческий паблик. Сколько я трачу? 30 часов. А доходы всего лишь 10 тысяч. Продать. Так. Много чего продаем, конечно. Мы потом просто купим недвижку, даже среднюю. 3 часа, видишь, всего лишь требуется. У меня освободится время. Цена 2 миллиона 600, мы погасим те кредиты, у нас будут деньги на новые, новые деньги у нас придут, потому что доходы у нас 630 тысяч, а расходы 276. Тут половина кредита. Если вот мы смотрим, значит, что мы тут тратим. Почему аренда жилья до сих пор осталась? Плата за снимаемое жилье. Мы можем же жить где-нибудь в своем доме. Так. Личный водитель 10 тысяч. Мы его... А, мы можем отказаться от личного водителя. Ну, блин, 24 часа времени. Это мы не будем проводить. Так. Подожди, сколько у нас денег сейчас? Наличных всего лишь 12 тысяч, ладно. Ух ты! Что там произошло-то? А, ничего хорошего. Так. Ничего хорошего. Так, ничего не удалось продать никакие недвижимости. Так, смотрим дальше. Так, новый киоск улучшение. Так, стоимость недвижимости вырастет на 60%, и доход на 60%. Я согласен. 130 тысяч мы оплачиваем. И у нас есть почти 200 тысяч. Попробуем. Так, я на депозит положу. Допустим, 99 тысяч. 99. Раз, два, три. Пополнить. И кредит мы сейчас как-нибудь... Ничего не будем по кредит весить. Ладно, пройдем еще раз. Так. Ага. Откуда у меня 400 тысяч появилось? Так, закрываем кредит. Небольшой дом. Вот давай небольшой домик. Сейчас мы загасим кредит. Один хотя бы. Потом у нас один большой кредит останется. И мы его потом тоже погасим. Так, кризис развивается. Последние мировые события начинают влиять на бизнес. Это вообще жопа будет сейчас. Возможно, скоро все образуется, но пока придется потуже затянуть пояса. Ладно. Так, не удалось найти покупателя. Ничего страшного. Так, наличка 27. Ух ты. Трата времени. Как здорово, что вы попали в пробку. Ваши планы нарушились. Всего ничего, но зато нашлось время и пролистать пару интересных журналов, и послушать главу из аудиокниги, и отличиться от суеты. Вы отлично избежали поглощения времени. Требуется времени 2 часа, продолжительность 1 месяц. Так, у нас... У нехватка времени 32 часа. А что мне сжирает? Только много. 32 часа. Подожди, пассивные, что у нас?
Блогинг 50 часов сжирает. Блогинг? Лечебный массаж 45? Сетевой маркетинг 150 часов сжирает. Подожди, сколько нам приносит сетевой маркетинг? А доход он дает очень много. А массаж мало. Коммерческий паблик. Два репетиторства. Сколько я трачу? 30 часов. На лечебный массаж только 45 часов трачу. Давай репетиторство уберем. Так, продать репетиторство. Так, сколько процентов? Давай 14 оставим процентов. И я хочу, знаешь, чуть-чуть продать? Коммерческий паблик. Или лечебный массаж. Сколько на лечебный? 45 часов. А на коммерческий паблик 30 часов. Давай коммерческий, он у нас продается. Давай лечебный массаж продадим. Продать. Так, сделаем вот так вот, 14%. Все, кучу чего продаю. Так, квартиру я не могу купить, свою, которую я хочу. А, вот он хочет купить квартиру в столице, поэтому он живет на съемной квартире и не покупает. Все понял, теперь все понятно. Так, денег у нас, наличка 200 тысяч, доходы у нас упали, еще не упали, 500 тысяч всего лишь, а расходов аж 200. Так, ну, у нас наличка 200 тысяч, так, давай, значит, здесь погасим кредит. О, мы можем половину этого кредита загасить, смотри, небольшого нам. Отлично. Так, недвижка, малая. О, у нас есть малая дача, 10 часов требует, а у нас время есть. А у нас нехватка времени. Все, до свидания. Так, ладно. Надо, короче, вот эти все вещи, которые я продаю, надо их продавать. А они продаются, потому что я слишком завысил их. О, доход от бизнеса 2%. Ваше регулярное чтение бизнес-журнала дает результат. Спасибо. Так, этот я ничего не могу продать до сих пор. У меня огромная нехватка времени. Так, не удалось найти. Так, а ну-ка доходы, подожди, лечебный массаж 25, давай репетиторство, снять с продажи, продать, 20% взяла, может быть продадим, просто потом вот эту недвижимость купим, да и все, студия подключена. А у нас ремень, опа, что-то продал, коммерческий паблик продал, офигеть. Успешно продажа массажа. Да смотри, как все продали. Так, а что у нас по времени? О, у меня освободилось 53 часа. Нормально. И налички 400 тысяч. Так, гасим кредит. Где у нас, подожди, кредит? Дюплекс. И небольшой дом 200 тысяч, а у нас налички 400. Так, небольшой дом полностью гасим. И депозит мы положим немножко. Допустим, 200 тысяч. Раз, два, три. Пополнить. Все, нормально. Пойдет налички 60 тысяч у нас. Так, недвижка. Средняя. Доход, смотри, идет хороший. Требуется 15 часов времени. Блин, много занимает времени. Смотри. Всего лишь 26 тысяч. 15 часов. 1 800 000. 1 800 000. А ну что у нас тут? Сказано банком. Апарт-отель. Многоквартирная, многокомнатная квартира, определенная, переделанная посуточный отель. Вот это я хочу купить. Так, что у нас здесь не хватает? Банком отказано. 1,5 миллиона нам дает. А меньше, 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 меньше. Ну у нас вообще ничего не получается. Хотя сумма депозита у нас 940 тысяч. Так, ладно. Нет, извините. Так, знаешь, что сделаем? Мы погасим кредит. 2 миллиона 900. Мы с депозита снимаем, короче, 800 тысяч. Раз, два, три. Я иду на такой риск. Гасим. Так, гасим, гасим 800 тысяч. Вот до 855. Все. У нас расход 91 тысяча. Сейчас я посмотрю, что у нас будет через месяц. Так, а ну секунду. Так, нет, также 91 тысяч, 90 тысяч осталось. Так, гасим.
Пока мы его не загасим, ему все равно такие суммы платить. Да, конечно. Так, вот уже 1 700 000 у нас осталось. Хорошо. Так, семинары. Дизайн, мышление, бизнес развивается на... А, ну-ка, второй изумрудный MLM. Вы сможете зарабатывать 100 тысяч рублей, работая 100 часов в месяц. А сколько я работаю по этой фигне? По маркетингу. 150 часов. А буду работать всего лишь 100 часов в месяц. Надо покупать. Так, что у нас там по кредиту? Так, подожди. Подожди секунду. У нас, да, 19 тысяч всего уже, да, у нас. Так, не хватает 400 тысяч. Так, сейчас депозиты зайдем, у меня 140. Нет, придется кредит брать. Вот, оформим. Так, и покупаем. Я себе уменьшу времени. Нормально, на 50 часов уменьшу. Так, киоск. Упало, упало. Политический кризис. Так, трата времени. В ваших планах произошел незначительный сбой. К счастью, вы грамотно спланировали свой рабочий день, оставили в нем резервы на случай проблем и решили проблему с минимальными затратами. Цена 500 рублей, и 2 часа он у меня съест. А, репетиторство продали. 30 часов у меня добавили. Ну и доходы, конечно, понизили. Так, что там я хотел? Время посмотреть. 88 часов свободного времени. Нормально. Так. Что у нас? А, у нас есть 300 тысяч. А сейчас мы попробуем погасить кредит. Вот этот изумрудный. Изумрудный MLM. Гасим. 17 тысяч осталось. Давай я с депозита возьму. 22 тысячи. Раз, два, три. Снять. Кредиты. Второй изумрудный мы гасим полностью. А, что, не хватает? Ладно. Все, ну сейчас погасим. Так, семинары. Так, дизайн мышления. Да ничего, пока не будем изучать. Нормально и так все. Пока ничего не будем. Так, у нас кредиты падают. Аренда, 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 аренда. Так, 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 так. Аренда падает. О, наличка 200 тысяч. Нормально, нормально. Так, а ну-ка, заходим. MLM гасим. Хорошо. Дуплекс. 1 600 000 осталось. Нормально. Сейчас мы его тоже гасим. Частично хотя бы. Вот. Все хорошо. Так, тут недвижка, значит, средняя. Смотрим, что у нас тут 1 час, а доходы 58 тысяч. Ну, 6 миллионов стоит. Триплекс. Я не смогу это купить. И мне банк вообще не даст денег. Даже 100 тысяч на 30 лет не дает. Так, со ставкой 10% обойдется вам 280 рублей в месяц. Плюс проценты 840. Ладно. Подожди, а такой кредит он тоже мне... Отсюда тоже не дает, да, кредит? Так, а ну-ка, подожди. А что-то мне... Ну, здесь дает. Он мне дает только кредит на 1 000 000 рублей. Так, в депозитах у меня 100 тысяч. Давай еще положим 22 тысячи. Раз, два, три. Пополнить. Так, на всякий случай. Так, недвижка. Малая, есть недвижимость? Есть. Его время 1 час. Покупаем за 170. Продаем на 360% дороже. Да, конечно. На 360%. Хороший деревенский дом. Нет. Даже кредит даже не буду брать. Так. Точка фастфуда опять подешевела. Это тоже подешевело. Реклама щит. Короче, все дешевеет. Знаешь почему? Потому что политический кризис на дворе. С Новым годом! Новый год, Рождество, Старый Новый год. Кто будет работать в такую пору? Да, конечно. Освобождение времени, 50 часов, друзья, сейчас. У вас недолго появляется время передохнуть. А сколько у меня время? 90 часов. Ну, конечно, давай, отдыхаем. Почему нет? У меня это свободное время вообще, он 180 часов. Ох. Так, знаешь, что делаем? А, подожди, у меня наличка 308 тысяч. Идем в банк и гасим кредит. А, дуплекс, смотри, мы его сейчас нормально погасим. Ага. Все, у нас почти что 1 000 000 осталось погасить. Новое знакомство.
новое знакомство. Благодаря вашим недюжим навыкам общения вы заводите знакомство с человеком, который называет бизнес ангелами. Он сможет помочь вам с инвестициями в бизнес, стартом новых проектов или продажей существующих. Словом, полезнейший человек. Нормально. Алло. Хорошо. Так, значит, старый деревянный дом. Мне не смогли продать ничего страшного. Так, наличка. Трата времени, ладно. Так, дальше. Ох, второй изумрудный семинар. Мы окончили успешно. Так, здание кафе уменьшилось. Так, новый киоск. Смотри, доход изменился на 10 тысяч. Спасибо. Так, это из-за какой курс у нас закончились. Так, хорошо. Так, а ну-ка, подожди, активы, доходы. Сетевой маркетинг. 126 тысяч, требуется 150 часов. В смысле? Сказали же, что 100 часов только будет. MLM. 75 тысяч доходов. Ладно. Подожди. Сетевой маркетинг. Почему я могу продать? За 10 тысяч рублей я его могу продать, он мне приносит 126 тысяч. Что ж так мало-то? Нет, я на сетевой там учился, кучу денег отдал, я не буду его продавать. Не буду, извините. Так. Вот, смотри, наконец-то. Сетевой маркетинг 25 час... на 25 тысяч увеличился, и время затрата на 50 часов уменьшилось. То бишь, заходим сюда, сетевой маркетинг, смотрим. 168 тысяч я получаю. Так, подожди, ничего не надо мне здесь. Да, я посмотрю сетевой маркетинг. Да, требуется время, всего 100 часов, но и доход у меня 100 тысяч. Продавать, естественно, я его ни в коем случае не буду. Так, у меня наличка 600 тысяч. Так, гасим дуплекс, частично хотя бы. Сколько можем. Хорошо. Скоро мы его дуплекс этот погасим, и вообще будет все отлично. Так, недвижимость средняя. Так, это он просто предлагает купить на котловане. Так, пока не будем ничего продавать, покупать. Но я еще хочу... Так, ну что, с крупной посмотрим. Что такое? 56 миллионов? Бизнес-центр? Да, ну нафиг. Фига себе. Это, наверное, серия на сотой. Сотая серия будет же у нас, да? Тогда мы сможем купить. А так пока нет. Так. Дуплекс в соответствии с текущим рынком. Смотри. Ну, поднялась, немножечко поднимается. Так, семинары, так, что мы там продать не можем, там, бедолажку. Так, недвижка, средняя, доходы 17 тысяч, 1 час, 2 миллиона 400. Цена, большой дом, давай его купим, 2 миллиона 400. Возьмите кредит, смотри, можем взять кредит на 30 лет, давай возьмем на 30 лет. Оформить, окей, покупаем. У нас дополнительно появляются деньги. Так, доходы, расходы. Так, хорошо, поехали. Сейчас мы знаем, что делаем. Мы сейчас семинары. Давай посмотрим, дизайн машины, цены или ценность. Давай вот это, значит, купим. А у нас нету денег, ну, значит, я не буду покупать. Даже кредит не буду брать, потому что у меня тут проблемка. Так, депозитах. Сколько у меня денег? 140 тысяч. Это очень мало. Так, ну наличка у нас 159. Давай погасим какой-нибудь кредит. Дуплекс. Давай, чисто. Вот мы все это дуплекс погасить не можем, бедолагу. Так. Садовый домик. Давай, сюда не хочу. Так, не могу найти покупателя. 300 тысяч. Так, дуплекс. Мы его гасим. Ура! Ура, ура! Есть, погасили дуплекс, и даже не верится. Остался у нас кредит на большой дом. Мы взяли его кучу времени, хорошо. А то я маленький брал отрезки, у меня там кучу процентов отдавать приходилось. Не процентов, а тело кредита у меня большое было. А тут 25 тысяч выше получу. Мы частично это тоже сейчас погасим. На 100 тысяч, да? Так, вот так вот. Тыкс, все. Погасили, дальше идем. Да, ну да, ну да. Да, ну да, плей. Ну да, плей.